сейчас американец боится бить с левой, потому что удары идут навстречу справа. То есть такое ощущение, что американец побаивается бить слева, уже побаивается, потому что Романов его ловит на этом. Вот еще раз. И снова рефери открывает счет. Да, не повезло команде Соединенных Штатов. Такой же прием. Ничего менять не надо. Попадешь еще раз. Вот так. Здорово. Вот так. Опережает. Явно опережает. Не сказать, но блестяще. Виктор, это второй номер, да, нашей сборной. А что говорить о первом? Что говорить? Вот этот удар уже был очень чувствительный. Второй, боковой. И американец тут уже поплыл. Вот сейчас будет последний решающий удар. Давайте смотреть. Раз, два, до встречи. Еще третий удар. И все кончено. Судья не смог реагировать.